знаете, что в 30-х годах прошлого века ломали храм Христа Спасителя и одновременно в Москве строили много новых станций метро? И мрамор с фасада храма решили использовать в отделке станции Климентовский переулок. Но так она называлась только в проекте. Сегодня мы все ее знаем под именем Новокузнецкая. Я Денис Елоховский, веду экономику на канале «Москва-24». Узнаем город вместе!